Мы с Наташей познакомились на медкомиссии. Мы сдавали вместе физо, мы сдавали вместе тесты. А потому что ничего нельзя добиться было просто так. То есть едешь на работу, в маршрутку заходят цыгане, которых ты вынужден сам выгонять, чтобы они не украли у кого-то кошелек. Было хобби поддержание громадской безпеки. Теперь она будет профессионально этим заниматься. Я просто вам на СТБ рубил.